операция, какая-то там фаланга. Ща нагнём ботов. Т-72 такой интересный ник, слушай. Только что до этого бой был, трех этих забрал, пишут, новосибирские козлы и что-то тому подобное. Поиграть, говорит, не дали. Это как обычно? Ну, я вам понизу по этому строительному каналу. Что, решил изменить? Кстати, посмотрим, мало ли, может, у них тоже РС поменяли. В этих картах. Ну, прям кардинально, я не думаю, что... Напишите кто-нибудь, чтобы они на базу пока не приезжали. А хотя толку-то писать. Еще далеко до этого. Его, я не поеду, сегодня с мозгами. Не, ну в принципе вот так опять, вот респ это, да, два танка засветилось. То есть больше, мне кажется, уже не будет. Чего, куда? Но... Гурслю, блин. Еще раз все, картина. Ну, гурслю пробил. Я не слышал, пацаны, мне до сих пор лайки не прошли. Как и про лайки. Меня же вчера, кстати, тоже уже под конец залагало. И оказалось, это интернет заканчивался. Шахматы. Так, ладно, шефа, а тут сейчас... Ты опять в гуслю, да что ты? Так, уезжай, ты чё? Это будет... Ой. Смотри. А потому что, блин, где вы есть-то все? Вот смотри, мы тут вдвоем, блин, ну этот... Я снизу долблю. Точно? Точно. Они на вас агрятся. А, то-то я смотрю. Это, блин, гусля, да, гусля. Прессуют. Ну, я тоже по гуслям что-то. Куда? Нет эффекта, понял. Блин, кто по мне парит? Это, может, остаток? Остаточное явление. Ты, ну, FPS 60 свой. А вот теперь 60. Палят. По тебе тоже? Вон он, Stingray. Ох ты, собака. Дамага нанес. Арта. А чё этот где бегает, ББМ-ка? Арту давно бы уже забрал. Да это ЛТ-шка, не ББМ-ка. Какая арту брать? На подхвате, чувак. Арту-то он может разобрать.
Да я не знаю, что он. Артур-то реально может, он быстрее нас тут. Плюс он, по-моему, же барабан, правильно? Или я с другим путаю? Он тут и ББМ-ок может тогда нагибать, если он барабан. Блин, не помню, он барабан или нет. Про него тогда вчера говорил еще. Барабан. Еще есть этот Expedition, какой-то там Expedition, там что-то там. Ну, с английским у меня вообще рама. За шпиона не прокатаю. Так, а что, на захват что ли? Что да нахрен? Отстает? У нас вон этот. Блин, мы туда ни в жизнь сейчас не доедем. Только прицелился, уже разобрали. Да, ну что, они на два раза уже. Раз выстрелил, раз-два нету. Раз-два нету. Что-то у меня фугасных много, надо было кумули загружать. БМП на 490. Да ё-ё, в труп. Че, попробуем, Пашка, проехать туда? Поехали. На рта. А, нет, это не рта была. Да, рта. Рта уже оттуда стреляли. Рта. Зараза. Паладин какой-нибудь. О, терминатор. Ой, не один. Без движения терминатора. Да, давай я подбираю. Хрена не пробиваю. Да ё-моё. Вон он. Паладин. БМД. Ой-ой-ой, БМП тут. Доберу. Ну что, пойдем за термиком? Погнали. Все, что ли? Успел доехать, разобрали уже. Да, хардкор нынче не тот. Так вот именно, они убавили все эти. Что за фигня, ничего не, почти никого не пробивал.
Но ты чем стрелял? Боксами. Топовыми. А, кстати, значит, если там заряжающий или наводчик бухие. Да не, он оборудование, огневая мощь открыл. Сейчас посмотрим, что там. Пятница, что ты удивляешься? Тяпница, да? Чего взять из этого? Кожух, заряды или датчик? На пробив не вытворили. Вот домашка и так нормальная. Да и на перезаряд. На перезарядку, перезарядку делал. Я, короче, взял на специальное покрытие снарядов. И взял этот пока нагнетатель. Она мощь на огневую. Пока еще не знаю, что брать. Ну, что-нибудь тоже типа того возьму. Наверное, на перезарядку. Не, ну эти, блин, резиновые коврики, это вообще что-то. До сих пор угораю над этим. Они еще так нелепо смотрятся. Блин, надо БМП прокачать. БМП 1. Тогда будет это. Тогда будет счастье. О, мне это... Мне что-то БМП 1 вообще не понравился. В этом, на ЗБТ. Мне 50 косарей дали. БМП 1 хуже, чем этот БМДшка. Ну... Тоже не особо. Слышите, мне 50 косарей дали. Ну, что-то выполнил, да? Делись, раздавит. Стол напивает, баран. Я пойду барана резать, плов готовить буду. Чашлик, машлик надо из барашки. Да, я давненько из баранины, кстати, шашлыка не ел. Кстати, самый вкусный из баранины. В этом году... Там из утятины еще шашлык попробовал. Вот, тоже обалденно. Еще из утятины? Хватит, хватит о еде. Из утятины, утка, утка. Я просто сухари грызу, бывает, не прослышу. Я банан взял. Ты один сухари жрёшь. Чё, у нас ББМов нету, да, по вертолетам? Да у нас времени еще вагон. Я в свете уже. Ну рассказывай, что там, Света не против? Да, чего она против была? Ну ладно, пойду я тоже. Свету? Угу. Так, на белую Нормально, нормально. Самое то. Чё-то нету Светы? Так кто меня тут пододвигает, блядь? Передурок в пауке даже. Шо, бухался, что ли?
вообще поджогли. Ну. О, Света пришла. Это с пулемета готовы. По-моему, с пулемета тут. Но, Света. Там где-то она рта пуляет, видно. Терминатор, блин. Сейчас рта этого 72-ку разберет. Это Брэдли. Ой, блядь. КД, мужики. Вон еще одну БМП-2. Вон она еще одну. Так, поеду. Артишоков вырезать. Ну сколько, два или одна та должна быть? Оба. Кто-то фигачит. Рта еще. Ох, блин. Страшно-то как. Что-то я уже пожалел, похуй. Что-то, ой. Трупики. Да все уже, уезжайте. А, ну 3 секунды, езжайте на эту базу. Все. Я арту заберу уж по-любому. Ну, можете помочь мне на выстрел там есть. Ну ладно, я сам. Ну, я что вы там справитесь? Движняк отсюда сейчас заберу. О, вертолет же, ёпарса. Так, а нафига я туда поехал? Тут же они сейчас появляться будут. Боеукладку попал. Уже прям вот это вообще защита пассивная, которая установлена на морде у меня. Прям вообще офигенная штука. Сейчас рта он долбит и не пробивает. Или квадратики что ли? А у меня здесь как маска. А, на чистый меня, я же забыл. Чего мы сюда приехали? И он за мной, он попёрся. Тут никого, блин. Фига, ты уверен, 800 долларов? Да, у вас там жарко, где-то отлынивы. Дрот это кидает, ай. Чё, можно вперед ехать? Он светит туда. Т-72, думаю, че я с ним поперся, да? Ща мы это арте. Давай, сыграть ее на подставу. Да, на керните там это он достал. Где он? Круги мои все вертолеты просрались. Как так? Я в гуслю попал. Три снаряда, ну, какие. Ух. Ух. Марабу.
Сзади ББМки, блин. Да я офигею. Сейчас поиграю, походу. Да, походу тоже. Он турук мукту, блин. Ездил за мной, сдох. Что ж они такие метки? Опять по чифу. Да у меня тут, блин, тоже война. Мать, да кто там сзади-то? БМП-3М. Вот это в первую очередь, сука. Сука. Да ёппара! Минуту держаться вам, мужики. 50 секунд 40. Надо было с вами ехать, и мозга нет это самого. Блин, арта разобрал. Есть там еще одна. Ну и что, выиграли. Если его не разберут за это время. Сейчас я из овца не сольется. Что-то кричали, ой, как слабенько, да, и вот она, жесть пошла. Да сейчас он сольется. Да жесть, блин, тупо сами тупанули. Разделились. Да нет, у них три товарища стояли. Да еще два, понимаешь, мы вдвоем, блин, грубо говоря, в два танка, блядь, ездили, хрен знает, где-то там по болотам, блин. Достопримечательности разглядывали. Ну, кое-что знаю. Не все потеряно. Интересно, сейчас сколько дадут? Боюсь, унесем. Ну слушай, по косарю-то дали. Кому-то полторашечку. Так заслужил. О, кстати, о птичках. Оборудование. Так, перезарядку ставлю.
Слушай, тут реда это реда или не реда? Ну и никнейм, да? Дротли. Что ж он не поставил приставку за? Получился за Дротли. Или за Глот. Пушка. Знаете, как это называется? Так, как Саша Грей. Пушка и солдат. Посмотрим, что там сейчас Дроткли. Ой. Немного подвиньте. Бах-бах-бах. Сейчас еще один БМДшка должна быть. Что-нибудь типа того, любенькое. Да, не, нифига, блин. Не пробил. Да, ты болел. Рикошет. Тоже рикошет. Где Патина? Ой, я тут. Опа-на. Да, е-мое. Что-то прям вообще прям печаль. Да, е-мое. Что-то как-то терминаторы легко разбираться стали. Раньше ни хрена не так, а сейчас раз и все. Сейчас просто уже все стали в стволы прям стрелять в башню. Не, нифига. Я в бочину тоже. Как всегда туда. Да. БМПшка. Ну ехать уехал. Только свелся. Какие 300 хп снял тараном. Опять, да что ж ты будешь делать так, гусли только. И то критую, но не ломаю. Это
Сука, заехал. Эмма, это зло. ВНЛД хорошо бьет. Ой, ё. Да ладно, МНЛД тут, блин. Что-то МНЛД у него, кстати, не бился у Лео. Я пробил. Пашка, давай-ка, вытягивай. Ой, ё, а чё, наступили уже? Да наступили, я же говорю. Их смотри, на центре сколько выползет. На гусле. Еще врезался в него. Он еще один. На. 25 хп. Он еще едет. Не с той стороны. ВФМ, еще раз ему. Еще. БМПшку добить. Я на КД. Я должен на КД. Бигель. Опа. Да, так я его буду. Еблан. Это вот дрот клинет. Сглазнул дрот клинет. Дротки за дротки. Все что? Прямо ж. Вот ты паразит, а? Кто? Ты. А ты как будто ехать не собрался. Как будто есть куда. Вот как вас назвать, а? В смысле? Что вы там делаете вообще? Где? В игре. Продавать. Ну у тебя, во-первых, КД быстрее, пробитие больше. Мы стреляем по гусеницам, чтобы ты мог спокойно добирать их. Ага, все, спасибо. А ты не заметил, что ли? Я, значит, все это время по гусеницам луплю, блин, чтобы Пашка там дамагу принимал. А он вон оно как. Что это вы там делаете? Давай, берем АМХ-10П. Все, Пашке помогать больше не буду. Я тоже до 2 миллионов дотяну и возьму этого Чифтона. Ну-ка, мне еще лям тянуть. Не, если буду брать, я уже возьму, наверное, Фокса. Что-то мне не хочется Чифтона брать, хотя могу. Если Урал есть, то зачем тебе Чифтон? Ну как? Вот в World of Tanks, если у тебя есть ИС-7, зачем тебе ИС-4, да, там? И здесь то же самое.
А вообще, что бы было? Ну да. Блять, подавился. Риешки. Смотри, они опасны. Да, все время, блин, нравится мне вот этот вот хрен с этим, с холодцом. Холодец с хреном, точнее. Нравится они мне, я их все время жру и давлю, блин. Не, я сегодня тоже гренок взял. Не гренки, сука. Да, я зашел, гренок не было. Не, гренок тоже не было, я сухарики тоже взял. Просто подумал о гренках. Сижу, хрущу. Поехали, я с Пашей рядом постою, его фраги позабираю. Ушли больше, отпускай. Да ёб, просто ты. Позабирайте тут у моего, который рядом со мной ездит. Да, блин. Даже по грузовику не дают. Ладно, ты за этими фрашиками гонишься. Ты домашний, домашний. Да я не успеваю, блин. Ты смотри, он снова выстрелы их разбирает. Вообще. Читер. Ты читер. Ну, замеска у озера. Да, ё-моё. На. Как, а ой, на. А я почему не пробиваю его? Как не пробил? А вот я пробиваю. Не вовремя замечательно. Что за херня, мимо? Блин. Рано. Вот фрашку забрала. А то встали там вдвоем. Выцеливают, понимаешь ли? А я за него прячу. БМП-3 ваши. А я, если мне дадут, доберусь до Арты. О, а где еще? А, вон наш. Все, забирай, моя. Ты смотри, я за Пашей прятался, стоял. В меня попали, а в него нифига. Я договорен. Офигеть, вот я попал-то. Арта моя, что за сволота? Ты не мог вот по БМПТ, блядь, стрелять нахуй? Дебилоида. Да ты без меня ж туда поехал, потому что. Ого. Да я вот смотрю на... Ты сейчас всю малину испортишь. Ай, блин. Я тебе попорчу, чтоб в следующий раз меня не стрелял. Самого не тебя нет в голове, блин. Ой-ой-ой, на меня. Крючак. Ты на базу решил заехать? Давайте, заезжайте. Тут никого. Тут три лизера спили. Ох, а не два. Короче, они все через центр пошли опять. Они на меня пошли. Ну, я вижу. Ч
Чего ты им не даешь выскакивать? А зачем? Я бы их забирал. Нечего все тебе. Где? Давай рядом. Вот пока доехал, блин, никого уже нет. Вон справа. Один. Пока выцеливал, забрали. Да как так-то? Ого! Ты БМП-2 не дал подамажить, зараза твой. Можно, можно. Паша до этого по мне палил. Прошлый бой. Ему еще штраф выписали. Слушай, так игра приобретает вообще другой смысл. Ты про чё? Если по своим можно пулять-то. Ну это какой-нибудь будет тюлень мешать. Да. Не, вы можете отдавать их на как бы мне. Разбирать их буду я. Только покажите мне цель. Смотри, еще тебя за. Банитирание. Не страшно. Не первый раз. Поехали, хардкор. Ну и хоть боёк потом надо будет ПВП сгонять. Да, можно и не боёк, можно по боли. Ну, можно и по боли. Ну, сейчас здесь, давайте, я сейчас прокачу через кумулятив и пойдем туда. Кстати, это, Федь, как тут кумули, нормально, нет? Не знаю, бобсами кидаю. А кумули есть от топовых? Да. Попробуем кинуть, что как эффект? Ну не по всем, не везде. По ББМкам нормально кидается. И то тоже не по всем. А по ОБТ, блин, ну... Куда-то ОБТ выцелить. Только на быстро ставит он этим кумулем. Да, его выцелить нереально. Он даже кидаешь его в борт, такие же там экраны стоят и все. Те же резиновые кожицы. Ну еще хорошо, можно этот, НЛД тут ничего пробить. Оль, нам сейчас евреи поиграть не доступен. Авраам. А. Стреляем его нахрен. Поехали туда. Федя чуть не прогрузился. А чё, вы уже боюсь? Мы бою. Точнее, я бою, я не знаю. Я тоже. Я показываю тебе АФК. Ништяк слышу, только не вижу. Поехали туда. Мы там на чайке. Ну пока я развернусь. Че, медлительный такой? Корыто еще то. Только дамаг надо сломать, да? Постарайтесь уничтожить один. Ну. Движка стоковая стоит. Помогало. О, что-то рывками, что-то становится печально, скучно, неинтересно.
Хоть дергается. Ну. Почему по мне? Ну он же стоит. Почему ты выбрал меня, сука? Я тоже так же ругаюсь. А это АФК что ли? Он даже на него башню. Не, наш что-то стоит. А чё, чифтон медленнее, чем Т-72 получается? Да. 35 скорость максимально. Подвергли, да? Еще один. Ребята, давайте сюда. Едем, едем. Едем. В очко уже кидает. Помогай. А, блин. Шотный, бери. Да я сам шотный. Выехал, чтобы выстрелить в труп. Ну как это, нормально? Стингрея, Стингрея, помогите. Не выжил уже. Ой, спасите. Чё за хрень-то? Наш, не наш, ой. Хули стоит-то? Что-то у меня, по-моему, мехвод выпивший, восьмерками не едет. Да что ж, блять, нет, это тараном выносит вообще. Да я не... Блядь. Вот сука. Не пробил ты его. Светись кто-то. Пять света твоих. Да ёб твою мать. Сука, затрахала, дальше всех стою. Ты сзади меня, да, вроде? Тогда-то мы и нанесем ответный удар. Вижу сзади.
Ладно. Что за херня на гуслю только сажусь? Да, нет, это гуслю. Термика, термика. Сука, промазал. Да ё-моё. Сука. Сейчас я парюсь. Не закончу. Че? Да не остался. Это АФК. Нет, снаряд один остался. Я 40 секунд держу. 30 секунд. И все, и уезжай нахуй. И уйдя еще. Че, они вдвоем остались или я один? Да один. Так, полюби. Интересно, когда это успел, это Аврамка настрелять 10 косарей? Где он? Где его видеть? Констреляю. Задание выполнено. Так, нажми. Еще в настройках там можно вывести, ну, на монитор домах панели, если что. А где там? Ну, сейчас выйдем из боя, подскажешь. Паш, ты же вроде фуловый был, как тебя разобрали? Я фуловый был. Ну почти. Не. Это было там 800, по-моему, хп. Заходи в настройки интерфейса.
хорошо. Вот тут и маркер противника добавили, новенький. Вот смотри, статус машины, прицел. Что это значит? 100% 99 это что? А, масштаб, все понял. Вот самый последний, это глава, информация о попадании. У меня, кстати, очки не показывает. Как включить? Очки. Вон, смотри, список команд, а снизу очки идут. Какие список команд? Информация о попадании. Что тут ставить? Куда галку надо какую? Ну, как его знает. У меня, короче, галочка стоит на скрыть информацию о попадании, о полученном уроне. И все. Так, надо снарядов больше брать. Это поставил я? Да. Потом, короче, когда в бой войдешь, там Ctrl зажимаешь и на нее это мышкой и передвинешь куда тебе надо. Что зажимаешь, не понял? Ctrl. Понял. А там, говорю, наверх куда-нибудь ее забой. Что-то с прицелами сделать, сейчас хочу посмотреть, что за прицелы. Да, спрашивал про прицел. На, расстояние для цели. Пойдем завод отжимать. Тебя подтолкнуть? У тебя плюс такой, у тебя пушка опускается ниже, вот этот хорошо. Угу. Я завис.
Ты подрезал собрата. Лошара в бочину не пробил. Что, в гору лень было ползти, да? МБТ-70. Да, он турщик. Пушку повредил. Главное не заезжать на этот на завод. Почему? Ну а вон, видишь, это первая, вторая линия уже просрали. Сейчас нам в жопу зайдут. И мы будем только на заводе, и нас со всех сторон будут чпокать. Ну, поехали тогда. Что-то мне накидали так хорошо, 2 выстрелов. Но мне тоже накидали нормально прям. Здорово, он сейчас, подожди, Федя им в жопу зайдет, они развернутся туда, и мы можем выкинуть. Вот этим будем. На уголку. Где-то еще один. А, вот, все.
третий этап. Ирка только на нашей стороне. Жесть, у меня 97 хп. Так, покатайте меня, пошел я поужинать. Ты сама.